Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Авакян Гаспар Грачкович. Мы находимся на проспекте Коммунистической 55, где 25 апреля около 2 часов дня сотрудники полиции меня задержали и нагло ограбили. То есть украли мою видеокамеру, забрали все мои документы. И сейчас на меня составлен протокол по 19.3 части 1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а именно неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Мы с моими адвокатами-юристами подготовили некие ходатайства, будем сейчас их заявлять, посмотрим, что из этого выйдет. Скажите, пожалуйста, 25 числа, когда к вам пришел полицейский, он представился? Нет, он не представился. То есть он нарушил статью 5 закона о полиции? Абсолютно верно, он сразу потребовал убрать видеокамеру. Скажите, пожалуйста, откуда вы знаете, что составлен протокол? Вам пришла повестка на сегодня? Да, вчера в 21.00 примерно ко мне приехали много сотрудников полиции и представитель ФСИН и вручили мне вот такую вот прекрасную повесточку. Скажите, пожалуйста, по какой статье вас обвиняют? Обвиняют по части 1 статьи 19.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Это неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Вы что-либо по этой статье совершали при исполнении вами журналистских обязанностей? Никак нет. Все документы были предоставлены. В отдел полиции я не хотел идти, меня затащили туда. То есть, применили физическую силу? Конечно, вот здесь прямо. А что у вас из личных вещей, кроме видеокамеры, отобрали? Отобрали у меня редакционное задание, пресс-карту, удостоверение журналиста, паспорт и пропуск, который был получен 22 апреля. Кто возглавлял эти действия из ОП-8? Гулевский Федор Федорович. Это заместитель? Заместитель начальника полиции. О общественной безопасности. Да. Все, спасибо. Не участковые, да? Да. Да, это уже следователи или дознаватели? Как вы считаете? Вот смотрите, вот тот человек, который кричал на меня, рот закрой, вот можете отснять его, оперативник подшел. Так вот тот или да, это? Да, черненький, черненький. Давайте я даже выйду, покажу вам. Я куда он побежал? А, вон они побежали. Уважаем, а можно вас на секунду? Давайте я вас покажу. Да. Сейчас мы один госпакет расставим. Иди нахуй! Видели, что делать? Меня снова ограбили! Снова ограбил сотрудник полиции. А вы можете назвать этого сотрудника полиции? Сергей, уходите срочно.